Блин, я еще боечек схожу, ребят. Еще боечек надо. Уже шестерок против нас кидает. Представляете, как на шестерке против восьмерки играет? Тут я не завидую. Там какой-то титан 150. И шестерка КВ-2. Ну это вообще жесть. Бедные шестерки. Поехали. Ух ты. Какой КВ-2, смотрите. Сундук. Так, ну вот в этом бою, я думаю, можно обойтись без голды. Чисто обычными снарядами стреляться. Но главное не торопиться, стрелять себе не долговато. Так, а бронька-то у меня никакая. На самом деле, бронька. Молодец. Сведение надо все-таки ждать. Опасно так вот выезжать мне, замирать и ждать сведения. Опасно, очень опасно. Тихо, спокойно. Пис, нервничай, семерочка. Так, одного тяжика мы... Да блин, меня опять перебили гусеницу, да что ты? Гусеница восстановлена, можно ехать. Так, а если я вот так встану? Ну прям носом. Пробьет он меня прям... Строго я к нему перпендикулярно буду. Попадание. Попадание. Так, уже хорошо. Так, наши берут точку С с боем. Вот это был уже интересный бой, да, за точку. Красные не тупили и мои не тупили. Уже интереснее. Я на разведку. Здесь никого нет. Тигр П какой-то, 7-й уровень прячется. Так, через кирпичную какую-то кучку прострелили. А сарай простреливается, интересно. Так, он вообще уехал. Ух ты. Бодрые ребята. Так, а там пантера еще одна стоит. Я пока без голды играю. Абсолютно. Гусеницы повреждены. Шанс разрыва увеличен. Спрятался, что ли? Ты идти его налево, надо было в этот стрелять. Это вообще шестерка у нас. Долго заряжается орудие, конечно. Че, никого больше нету? Есть пробитие. Конечно, лучше в семерку. Так, 3 на 3 должны мы сдюжить, по идее. Сомневающийся тигр. Нас двое осталось. Я один остался. Пробил. Хорошо, парень этот на тигре играет, молодец. Есть
пробил. Так, отступаем, пацаны. Противник уничтожен. Так, придется голду зарядить. Он опыт на меня, да? Как он меня пробивает вообще, без проблем? Оружие повреждено, точность стрельбы снижена. Противник уничтожен. Фу, где-то еще один остался. А у меня жизни-то нету. О, фартануло, ребята, ФК. Разбираем. Голдой пантера средняя. Нам фартануло вообще конкретно. Чисто халява. Быстрее заряжайся, время уходит. Не успею разобрать. Два выстрела еще. Ой, спасибо тебе, братан, что ты ушел за клинком, или там покурить, или куда-то пошел-то. Кофейку попить в туалет. Давай, еще один выстрел ему. О, есть. Вот это фарт. Такой сердитый бой, да? Неплохо дрались и красные. Ох, 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 надавали-то все. Мастера взяли мы, ребят, на этом танке сегодня. Хотя у нас он не докачанный. Ой, как хорошо. Ни хрена себе фарм, ё-моё, сколько? Можно себе поставить мускул? Я заслужил, ё-моё. Во, нормальное окончание стрима, это я понимаю. Так, сколько награды? Медали-то надавали. Ой, ё-моё. Медалька Лобанова дали, значит. Победить в бою, что-то там победить, короче, это что, основной калибр, понятно. Заблокировали урон. Да, хороший танк вот этот, премиум. Меня интересует посмотреть, какой сейчас был фарм, братцы. А голдой мы чуть-чуть постреляли, да? Два выстрела голдой сделали. Зацените фарм на танке. 323 тысячи, но мы чистыми получили 312 тысяч серебра. Ну, почти... 313 тысяч. Блин, мы на нем сейчас все время будем играть. Пока лимонов 10 не накопим, не успокоимся. Ну вот такой дикий фарм. Офигеть, я в шоке. Я столько забоев еще ни разу в танках не получал. Это просто какая-то немеренная сумма вообще. Просто жесть. Че это такое? Аватар дерзкий победитель. Да не нужен он мне. Мне зелененький устраивает, он аватарчик скромный, да и все. Не нужны эти аватары, все это лабуда. Во! Мастер. Че? Купи значок и типа ты мастер. Ага, да нафиг он мне нужен. Так, мы здесь еще немножко халявы собрали. Во! Так, мы собрали еще бустерочки. И должны были выполнить здесь что-то, да? Странно, а почему?